Если буква «е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Звук «б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Буква «т» дает человеку настырность. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Считается, что если в имени присутствует буква «с», то это признак властности и капризности. Буква «е» считается символом естественности и гибкости. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Люди с этим именем большое значение придают личной выгоде. И это не обязательно, что материальные или денежные. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.